Всем привет, друзья! Многие сталкиваются с такой проблемой, когда покупают новые дворники, они все равно нормально не чистят. То есть бывает такое, что вот ты поставил новый дворник на стекло, допустим, либо на заднее, либо наперед, но какой-то край обязательно этот дворник не затрагивает. Так было и у меня на этом дворнике. То есть этот дворник вытирал вот среднюю часть, а вот этот край не брал и вот этот край не брал. Но самое интересное, что многие просто не знают самой главной фишки. Перед тем, как дворник устанавливать, его нужно формировать по стеклу. На каждом автомобиле различные стекло по выпуклости, а дворники стандартные на все стекла. Особенно касается это бескаркасных дворников. Не каждый бескаркасный дворник четко будет прилегать к вашему стеклу. Да и каркасные тоже не каждый нормально прилегает. Каждый дворник необходимо формировать. А каким образом, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, друзья, берете, допустим, к стеклу прикладываете дворник и смотрите, чтобы после нормального прижима центрального у вас резинка должна вся равномерно прилегать к стеклу. И если получается так, что в центре резинка заворачивается сильнее, а по краям слабее, то получается так, что дворник нормально не прилегает. И после этого необходимо, конечно же, его формировать. Каким образом? Мы берем просто вот и, если необходимо, в эту сторону, если у нас край не прижимается, а если у нас наоборот край прижимается сильнее, его должны немножко разогнуть. Также получается и по центру. Обратите внимание, что центр здесь, как правило, выгнут вот сильнее, а здесь идут практически ровные стороны. Они чуть имеют изгиб, но не сильный изгиб. И бывает такое, что когда центр зажимает, то получается, что бывает вот в этих местах плохо трет. Поэтому необходимо даже иногда снять вот эту пластмассовую штучку, и весь дворник необходимо формировать непосредственно под выпуклость вашего стекла. После того, как вы это сделаете, ваше стекло идеально будет вытираться вашими дворниками. Новые дворники будут идеально чистить. Ну и, конечно же, самое основное, самое главное, обязательно после установки вашего дворника проверьте, чтобы поводок дворника был параллелен вашему стеклу. Если он будет не параллелен стеклу, значит, его нужно тоже выровнять, чтобы поводок и дворник были параллельными. Если они будут параллельные, тогда стекло, дворник ваш будет вытирать просто изумительно. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Всем пока!